Кресты на погостах в Корсаковке и Крауновке появились в этом году. По инициативе местных жителей и их силами места захоронения отметили символами христианства. Эту религию на пушкинской территории исповедует большинство жителей. В день освящения крестов представители духовенства предложили организовать свой приход в селе Корсаковка. Оказалось, и подходящее место есть в самом центре села. Раньше здесь собиралась молодежь. Оно было заброшенное, в брошенном состоянии. Рядом жилой массив, жилые дома, которые были против веселительных мероприятий, музыки, криков, шума и гамма в ночное время. Поэтому весной это здание чуть не сгорело, мы его потушили. После пожара почти всем селом собирали мусор у здания. Потом взялись за внутреннее убранство. У этих голых стен совсем скоро появится алтарь. Соседняя комната станет свечной лавкой. Электрики еще нет, но свет в здании проникает сквозь новые оконные рамы. Благодаря ветеранам помещение теперь закрывается на ключ. Выиграла наша территория в мае месяце по работе с ветеранами. Совет ветеранов 15 июля решил ее передать благотворительно под строительство прихода. Какую-то непосильную силу в размере 7 тысяч рублей. Это, скажем так, небольшая сумма, но двери входные, то, что самое главное, дверь, это уже от нас, от советов ветеранов, уже в приход было благотворительно. Деньги на приход до сих пор собирают всем селом. Ящик для пожертвований появился в местном магазине. На пушкинской территории 2500 человек и ни одной церкви. Все неравнодушные подключились к работе. Если повезет, Пасху здесь отпразднуют своим приходом. Наталья Зайцева, Александр Анисимов, Телемикс.